быстрые новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезно. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет, худо без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я вчера ужинал...
Thank you.
Нам нужно на эту улицу. Чпо-стрит. Дурацкое название. Чпо-стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. У вас все в порядке? Да. Чего это вдруг? У нас с вами есть общие цели. Или вы об этом забыли? Разумеется. Отлично. В Найт-Сити схватить пулю проще, чем простуду, а вы нужны мне живым. Как видишь, я жив и здоров. Лучше побеспокойся о себе. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юриному его марионетки улыбаются на камеру и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивее. Привет, Найт-Сити. Как обычно, ваше дело — это мое дело. Эй, ты, мудас, вон! Сраный ты кусок говна! В жопу тебя ебать! А ну стой! Что? О, привет, зай. В смысле, блядь, привет? Ты чего здесь забыл? Привет. Ищешь компанию на вечер? Так я уже нашлась. Знаете, я иногда путаю имена, но память на лица у меня хорошая. Я скучал по этому звуку. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения, у меня гости. Так. Неужели это Ви собственной персоной в моем скромном салоне? Вакака, давно не виделись. А зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем, вот и все. Такимура городес. Окадасан. Ой, текитикоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Ты бы уже давно им позвонила, если бы хотела. Но нет. Тебе интересно, с чем мы пришли. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой.
Давай начнем с денег, которые ты мне должна за Сандру Дорсет. Ты раньше не торопился их получить. Можешь подождать и еще немного. Ви, это не так важно. Скажи, Акади-сан, зачем мы пришли? Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Да ладно, ты же держишь руку на пульсе. Все тут знаешь. Парад в честь собора Арасаки – событие, к которому ты явно готовишься. К гадалке не ходи. В трауре ходить не буду. Имананте. Но в целом ты прав. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окада-сан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь с самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию по крайней мере один нетраннер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более, я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окада-сан. Ви, что бы вы ни задумали против Арасаки, на этот раз не просчитайтесь. Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя. Мои мужья знали Уэстбрук. Они все были большими шишками в тигриных когтях. Короли Джапантауна. Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа. Продавали секс и серые технологии. Не могу не спросить. Сколько у тебя было мужей? 5. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею. Мне 9 сыновей поднимать. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Прекрасная, умная женщина.
Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи, Ми. Ну, пошли. Все равно делать нечего. Иди со мной. Тебя всю ночь будет стоять. Слава богу. Мне, наверное, нужна твоя помощь. Наверное? Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальдо, там все расскажу. Альдекальдо? Я думал, ты от них ушла. А, долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду.
Как жизнь, Фингерс? После нашей последней встречи челюсть еще болит. Я тебе не доверяю, и мне и без тебя хватает клиентура. Иди-ка ты отсюда, по-быстрому.
cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. А эти деньги мы хотели отсюда свалить. В Санто-Доминго. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению. К счастью, утянувшие сотрудники службы безопасности Кантау сумели отбить внезапную атаку и не допустили новых потерь. Компания уже заявила о том, что готовится к новому. Грузовики по пустошам. Но когда восходит полная луна, они сбрасывают с себя космические огни. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
Я подумываю поменять хром. Есть что? Есть.
уже знаешь, в Кабуке новый фиксер из СССР. Он уже несколько недель занят каким-то крупным проектом. Ты поможешь мне выяснить, каким именно. Нужно украсть чип, на котором он хранит информацию. Подробности об этом товарище я приложила. Да мне откуда знать? Ты уже и так мне задолжал, братан. Да, да, все знают, как тебе херово. Работать надо. Да. Ладно, наберу тебе еще. Давай, до скорого. А у меня... Ты уебище лесное! Приступаю к поиску. Порядок. Начинаю поиск.
Шаг назад. У меня клиент. Надо идти. Простите, сэр. О, интересно. Какого черта? Как-то у вас тут пусто. Ну, сэр, Кабуки теперь не самый оживленный район. Что, опасно стало? Нет, просто туго приходится, денег нет. Мне нужна комната на верхнем этаже, с видом на город. В настоящий момент могу предложить только комнату на предпоследнем этаже. Оттуда открывается роскошная панорама Найт-Сити. Сколько за ночь? Пожалуйста, взгляните. Мне надо подумать. Конечно, будем ждать вашего возвращения. Ну, сэр, что вы решили? Интересно. Какого черта? У кого в руках правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то. Денег надо. И че, ты сильнее стал? Слышь, задолбал господи. Не стал. Вот тебе и ответ. Ты обманул, правда от тебя ушла и сделала обманутого сильнее. Безопасность. Может, бросимся и просто останемся здесь. Мне нравится. Он принимает всех потерянных, отчаявшихся, заманивает, втирается в доверие и убирает их до нитки. Миш, что ты несешь? Мы еще даже не закончили с переговорами. Пошутил? И будет.
времени совсем мало. Мы предложим больше. Может, заодно и нефть им все затакать? Не смешно. И ты это знаешь. Ну,